гонщики внедорожника попали в аварию. Volkswagen Touareg злоумышленники угнали возле одного из частных домов. На улице Бекзата Сатарханова они не справились с управлением и столкнулись с автомашиной Audi. Сразу после аварии преступники покинули место происшествия. Вскоре сюда прибыли сотрудники полиции и владелец Туарега. Криминалисты сняли отпечатки пальцев у водителя и в салоне автомобиля, и полицейские приступили к расследованию преступления. Мына кісі үйде кеп қойған, біз артында кеп қамыз. Анау екеуімізден қабаттасып алғанға шығып, ана кісі қайырлы бір кезде соғып кетті ғой. Мы ехали двумя машинами, Audi шла впереди, а я ехал сзади. Audi остановилась возле своего дома, и тут на скорости с поворота в нее врезался джип. Оттуда выбежали какие-то люди и убежали в разные стороны. По сети WhatsApp в адрес нашей передачи поступил видеоматериал о ДТП, которое произошло ночью 8 ноября на трассе Ксукент-Манкент. На этом участке дороги перевернулся автомобиль ВАЗ-2101. Как сообщает автор материала, автомашиной управлял парень лет 18. В результате ДТП от полученных травм он погиб на месте происшествия. Сотрудники местной полицейской службы провели рейд на автодорогах города. В этот раз особое внимание полицейские уделили водителям, не пропускающим спецавтотранспорт, к которому относятся пожарные автомашины, кареты скорой помощи и другие автомобили. Этот вид правонарушения особенно распространен в Шымкенте. За это нарушение мы на вас наложим административный штраф. Сумма составляет 10 МРП. Если оплатите их в течение 7 дней, то вы сможете заплатить 5 месячных расчетных показателей или 10 600 тенге. Если 7 дней пройдет, будете платить 21 000 тенге.